Открыли фестиваль приглашенные гости – вокальный ансамбль ветеранов Смоленской атомной станции «Гармония». Он приурочен к Международному дню пожилых людей. В честь этого праздника заместитель главы города Александр Новиков вручил благодарственное письмо от департамента Смоленской области по социальному развитию Светлане Анатольевне Гурьевой. «Я от всего сердца поздравляю вас с праздником, с Днем пожилого человека. И пусть звучит, что День пожилого человека, но человек молод настолько, насколько молода его душа. И глядя сегодня на вас, я вижу, что все-таки, наверное, пожилые – это не про вас. Вы еще все очень молоды». В фестивале участвовали 12 конкурсантов от 55 лет. Многие поют на сцене всю жизнь. Кто-то только недавно стал заниматься творчеством, а кто-то вышел на сцену вообще впервые. Но это не помешало выступить достойно каждому артисту. Они декламировали стихи, некоторые даже собственного сочинения. Пели песни от народного до академического вокала. Каждый конкурсант старался поразить зрителя своим мастерством и талантом, а они, в свою очередь, отвечали им аплодисментами. Все участники в конце вечера получили дипломы, подарки и удостоверения гражданин страны Росатом. В нашей стране этот замечательный праздник отмечается уже с 1992 года. Настолько душевное утепление, вот молодежи столько нет энергии, как у вас. И как, по-моему, в одном фильме была песня, да? «Нам года не беда, коль душа молодая. Оставайтесь еще многие и многие годы молодой душой. Тогда все у нас будет хорошо». Несмотря на то, что почти все участники фестиваля уже находятся на заслуженном отдыхе, они ведут активный образ жизни и вносят посильный вклад в развитие и процветание города. Также в этот вечер всех гостей и участников поздравил и народный коллектив хора «Ивушка».